металлическим, внутри там металлический тоже имеется. Вот так она шатается, когда ставим нагрузку. Так-то, в общем, вот так он держится хорошо, в эту сторону. Он держит хорошо, а вот по бокам он шатается. Хоть он шатается, он не ломается, ничего. Мы сейчас нашли другой способ. Вот сейчас вместо них мы нашли вот такие штучки. Это от водяных шлангов, 15-й шланг идет. Они хорошо садятся, мы сейчас проверим. Это получается у нас угловой, а это тройник. Я сейчас решил посмотреть, проверить, какой лучше будет. С этой стороны вот такой оденем, а с этой стороны вот этот тройник оденем. Проверим, тройник лезет, не лезет. Тоже вопрос, походу тройник не лезет сюда. Да. Сейчас посмотрим, если лезет, это хорошо, если не лезет, значит, как говорится, не судьба. Опа, сломали. Короче, не лезет. Все, один тройник сломали. Но это можно изолентой обмотать, но это уже не дело. Нет. Это уже испорченный продукт. Вот, это сейчас на эту сторону тоже оденем. На эту сторону тоже оденем. Посмотрим. Вот. Это получается. А вот тройник уже снимем. Вот. С этой стороны тоже оденем. Так-то намного лучше они, но он так-то шатается. Сейчас это тоже затянуть надо будет. И все. На всякий случай, чтобы они не выпали, они так не выпадут, но на всякий случай, или чтобы дети не сняли отсюда, мы возьмем, обмотаем немножко изолентой. Изолента будет его держать. Сейчас шатается она, не так уж сильно, по крайней мере она так сильно загинаться не будет, там он вообще сильно загинался. Эти моменты тоже чуть-чуть затяну и посмотрим. Ну, намного лучше. Все, если понравилось видео, подписываемся на канал, ставим лайк.